Волос Тон Чембер, друзья. Я вот не помню, что бывало делается вообще в Тюбей. Потому что я обычно просто зергал. Он блюет какой-то молнией и создает какие-то щупальца, это я помню. А вот он блюет молнией. Ну как-то он неубедительно, кстати, молнией-то блюет. Он еще телепортит. О, вот это прикольная тема. Она меня милишником прям расстраивала, я плакать был готов. Что он там впитывает? Воу, я поехал. А, братиш. Что он по-монобёрному, наверное. А, размножается он, да. Мужик нафизил, я так и знал. Ну, серьезно, дело, вот нельзя абсолютно называть. Эй, я стоял за камнем. А, здесь не работает на каменную тему. Ну ладно, вроде не больно бьет. Давай попшикаем. А! Ничего себе. А, он размножился, я не заметил. А, он моделька в модельке стоял. Я смотрю, хп обновилось. Ну вот, рипим пепперони, взял на бали, сдох. На нормале. Ну, друзья, зато не придется играть Найтмар. Я рад. Попшикать хотелось. Очень сильно. Халат. Прям как надо. Рофл. Попшикано. Все, друзья, спасибо. Халат можно, в принципе, оставить. На нем даже сходить. О, на нем чатиться, наверное, можно. Enter чат. Я в халате, он стоит, да. О, там чуваки какие-то сидят, рофлят. Три чувака всего. Ну ладно. Друзья, это было интересно. Интересный был опыт. Умер по халатности, потом в халате, да, все так. Вот. Давайте на этом заканчивать эту серию. Всем спасибо, друзья. И до скорых встреч. А может и не до скорых. До свидания.